Шалвей Бедоеву присвоили звание народного художника Российской Федерации. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Творчество Шалвея Бедоева стало неотъемлемой частью современного изобразительного искусства России. Он работает в разных жанрах, в том числе портрете, натюрморте и пейзаже. Произведения художника находятся в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее современного искусства в Москве, в Центре искусств США, а также в частных коллекциях Германии, Италии и Франции. В 2015 году Шалвей Бедоев был назначен руководителем творческих живописных мастерских Южного регионального отделения Российской академии художеств. Заведует кафедрой изобразительного искусства СОГУ.